Станица Вешенская, родина Михаила Шолохова, стала известна благодаря роману «Тихий Дон». И именно здесь прошел пятый финальный чемпионат России. Исторические соревнования проходят в шолоховских местах с 1986 года. Участникам приходится пересекать песчаные дюны, хвойные леса и скоростные броды. Эксперты считают, что эта баха – единственная в России с подобным разнообразием покрытия. Еще до пятого этапа состязаний гонщик команды «Новгород Автоспорт» Алдис Вилсонс досрочно стал обладателем первого места. Антон Мельников в Вешенской в упорной борьбе завоевал третье место, что также означает бронзу чемпионата России. Гонщиков поздравил губернатор области Андрей Никитин. Он отметил, что пилоты молодой команды «Новгород Автоспорт» за 2 года регулярно становились победителями и призерами этапов чемпионата России и Кубка мира. И пожелал новых побед и спортивной удачи.